прямо скажем так, сжалился над ней Александр, решил ей дать второй шанс, а я в этом ему самую капельку помог. Дорогие друзья, добрый вечер. Перед нами бритва завода Трудвача. Родной домик, что немаловажно. Модель яхта. Отполировал, выровнял, убрал, точнее сказать, обратную улыбку, создал новый профиль относительно кривизны обуха и заточил. Единственное, еще капельку подбил осевой, потому что чрезмерно свободно бритва чувствовала себя в оправе. Мы ее чуть-чуть подкрепили. Единственный нюанс, вот в этом месте, оно практически, ну, вот такие как микро, такие очажки коррозии, но эти очажки самым пренеприятным образом туда двигаются в сторону пятки, выходят на фаску, к огромному счастью, пока до кромки не доходят, но как-то вот для таких сталей, не знаю их структурный состав, но бывает такое, внешне выглядят абсолютно нормально, но гниют крайне активно и очень быстро. А проволочку тоже отполировал. Так что, Александр, я думаю, будет радовать инструмент, по крайней мере, на это искренне надеюсь. О, чуть не забыл. Сейчас мотнусь, принесу бритву. Покажу. Отличный клин, 6 восьмых в продаже за недорого. Надолго не прощаемся. До встречи.